Дважды подпорченная статьями Уголовного кодекса биография, непогашенная судимость и желание начать жизнь с чистого листа привела Ансокова на заработки в Абхазию. В так называемый цитрусовый сезон он устроился разнорабочим. Там познакомился с уроженцем Средней Азии. Иностранец хотел вернуться в Россию любой ценой, но заранее совершенные на ее территории правонарушения законно сделать этого не смог. Ансоков оценил свои услуги в 10 тысяч рублей. 24-летний молодой мужчина предложил сопроводить гражданина Узбекистана, преодолев ночью пограничную реку Псу вдали от населенных пунктов. На российском берегу нарушителей задержали сотрудники погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю. Обоим гражданам суд вменил наказание за незаконное пересечение государственной границы. При этом Рустам Ансоков за оказание пособнических действий при пересечении госграницы и с учетом прежней вины перед законом проведет в местах лишения свободы почти в 4 раза больше, чем его иностранный приятель – 2,5 года.